Начинаем нашу телепередачу, как делать не надо. Имеем последствия, выгорел разъем SATA, причем сигнальный, не питание. Почему он мог выгореть? Смотрим внимательно на крепеж. Тут крепеж пластиковая ножка. Пластиковые ножки можно ставить, если не хватает стоек. А тут мы видим отсутствие крепежа. Крепежное отверстие съехало на 5 мм. И, возможно, на той стороне платы что-то замкнуло. Тут нет крепежа. Тут нет крепежа. В всех остальных местах, где должен быть крепеж, его нет. Тут он выглядывает, кусочек крепежа. Я там должен стоять винтик, и плата стоять должна ровно. Тут тоже нету крепежа, оно перекошенное съехало. Сверху он плохо видно. А мы все 5 мм в сторону уехало. Чуть-чуть выглядывает стойка. Тут сверху пластиковая ножка стоит. Где-то там за процессором должно быть еще один крепеж. Его там не видно, но где-то он там должен быть. А там вообще ножки нету. Не, ножка он есть. Она вообще заехала за отверстие, где-то она там под платой. Что-то замыкает. Что так делать не надо, собирать так не надо. Потому что все сгорит.